В поселке Знаур продолжается строительство трехэтажного корпуса, строящегося в рамках инвестиционной программы. Строительство корпуса началось весной. По видимым результатам, можно сказать, темпы работ высокие. Штукатурка, электропроводка, сантехника, крыша, кусинч, фасадрейдович там магазин. Двухподъездное здание вместит в себя 18 квартир улучшенной планировки. Двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью более 60 квадратных метров будут сделаны по всем современным стандартам и нормам. Спальня, кухня, гостиная, лоджия, балкон. Проект направлен прежде всего на благополучие жильцов. Две комнаты по 64 квадрата. Подготовка стен, потолка, полов. На данный момент проводятся работы по внутренней черновой отделке. Внутренние отделочные работы на сегодняшний день подразумевают стяжку полов и выравнивание стен. Все эти работы будут завершены в течение месяца. После рабочие приступят к декоративной отделке. Отделка достаточно емкий и многогранный этап строительства. От качества выполненных работ зависят сроки эксплуатации квартир. Поэтому в строительстве задействованы профессиональные рабочие, как местные, так и приезжие. На крыше стяжка, вот чистовую стяжку сразу же на морозе. Мы стоим плитком, чистовой отделка работы. Мы два стеса рейдовичу на варен. Техника на химодавич, на кавиново. Вот материал, да, практически есть нищая проблема. А функция запуска, это проблема она и. Параллельно проводятся работы по обустройству кровли. По словам Бепиева, если погодные условия позволят, то через неделю дом уже окажется под крышей. В ближайшее время приступят и к благоустройству территории. Предусмотрено обустройство детской площадки, а также парковочных мест. Намеченные сроки сдачи дома в эксплуатацию – конец 2023 года. Стелла Бязарова, Арсен Гасиев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.